Гармонист из Торжка исполнил песню в поддержку сидящих на карантине из-за коронавируса. Павел Арламов положил слова на композицию Олега Газманова. А в социальных сетях молодой гармонист написал: «Давайте не вешать нос, сохранять бодрость духа и как можно чаще улыбаться. Положительные эмоции, добрая энергия убивает всякую заразу». На известную песню Павел сделал собственную аранжировку и исполнил песню в русской народной манере. Все идут домой, отбой, в школах выходной, отбой, все идут домой.